Добрый день, дорогие зрители. Сейчас мы снимем крепость нашу, Бендерская крепость. Она немножко реставрируется. Вот по левую сторону. Сейчас мы туда ближе подойдем, посмотрим. Строители работают. Вот конец уже сентября, начало октября. Сегодня выходной день, воскресенье. А работы не прекращаются. Будет какой-то детский городок по плану. Скорее всего, откроют к дню города в октябре. Ну, если успеют, посмотрим. Вот видно, проход запрещен. Сейчас туда. Ну, мы так пройдем по краю. То есть получается левая сторона, центральная аллея в крепости, вся левая сторона, вот она модернизируется в детский городок такой красивый. Ну, сразу видно, что вот сразу при входе будут машинки крытые. Сейчас подойдем ближе. Но такой большой крытый комплекс под машинки сделали. Как в советское время были машинки, только они уже более такие, более современные, модные, стильные. Забетонировали вот саму площадку, где будут кататься машинки. Что-то видно было. Сейчас я уйду от солнца. Вот с другой стороны я снимаю. Здесь какое-то красивое отстроили здание, не знаю, что это будет. Наверное, типа какой-то музей будет или что-то подобное. Посмотрим. Ну, видно, что работы идут. Песок, цемент. Кроют крышу вон. Ребята. Там сразу за зданием видно качели, такая как лодка огромная. Что-то наподобие в Тирасполе, в Чудограде. То есть это какой-то будет тоже типа Чудоград. Здесь карусель такая. Большая, красивая. Королевского типа. А здесь вторая карусель. Вот она такая красивая, богато выглядит. Палеты цементом, бетономешалка работает, площадка вот будет, наверное, вся тоже цементироваться, плиткой выкладываться. Вон дальше видно, что плитку выложили уже часть, они как завершат работу здесь. Ну, такое добротно сделано, все с подсветкой, видно будет ночью светиться. Вот я ближе подошел. Еще один аттракцион. Космолет какой-то. Ракета, не знаю, что это. Пока нет ни названия, ничего. Просто вот в таком виде, вот незавершенном.
аккуратно ходить надо, вообще здесь запрещено. Сейчас я быстренько, чтобы не ругались. И прям видно плитку уже. Ребята ложат. Под плитку уже основание. Вот приготовили цементно-песочное. Под уровень выровняли. Работают бригады. Ни одна. Погода сегодня позволяет. Очень хорошая. Вот он такой в середине тоже большой. Здесь вот тоже что-то капитально так из котельца отстраивают. Не знаю, может какая-то тоже площадка, может быть, для шашлыков там. Перекусить что-то, столы, может, кафе какое-то будет. Уже будет понятно попозже, когда это все закончат и начнут уже обустраивать внутри, дизайнерски отделывать. Ну вот я стал с другого края, зашел с одного, а вот я уже выхожу, получается, здесь уже вот к церквушке выход. Ну здесь тоже ограждение сделали такое капитальное из дерева. Ну и вот как оно выглядит уже со входа. Пока так.